Первый интересный момент. Сларк с никнеймом Дед Мороз. 31 декабря, все честно. Так, Сларк бежит гангать и видит, что идет Шейкер. Прыгает на Шейкера. Опа! Все, начинается драка. Тем временем подбегает ежик, и у Сларка стало резко мало хп. Но что вы думаете? Он убивает ежика, остается один хп. Далее убивает Шейкер, остается один хп. Кота убьет, уходит в ульту Сларк. Кота делает волну, остается один хп. Кота убьет с руки, остается 5 хп. What the fuck? Air Spirit и его красивенькая рампага. Air Spirit переводится как дух земли. В принципе, сейчас он покажет нам силу земли, как доктор Попов с огурцами. Здесь будет нечто подобное, знаете, только сразу 5 огурцов он понакидает. Ну, смотрим, ладно, влетает. Сначала кидает сало, потом влетает. И ульта, увидите, какой колоссальный идет дамаг. Дота сервера просто упали, не выдержали такой дамаг. Минус 3, продолжаем. Добиваем Шейкера, минус 4. И остается последняя жертва аборта. Бьем на автоатаке, естественно. Вы слышали эти слова? Рампага на автоатаке. What the fuck? И напоследок. Любое видео может украсить кто? Инвокер своим санстрайком. Сейчас мы это с вами увидим. Очень хороший санстрайк, от которого, в принципе, было невозможно увернуться. В первую очередь смотрим на Сларка. Сларк прыгает, использует прыжок, даггер и опа! Пукс! Был Сларк, нету Сларка. What the fuck? Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.